Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам мою новую книжечку, сшитую на заказ. Сделана она для девочки Кристины, это уже видно по обложке. На обложке такая вот девочка-куколка. Книжка получилась достаточно объемная. Толщина, наверное, сантиметров 10. Это книжка-счет, но с небольшими изменениями. Обложка получилась вот такая вот летняя, яркая и теплая. За окном у нас снег с дождем уже который день, несмотря на то, что это второй день лета, 2 июня. Итак, книжка состоит из 6 листов, 10 страничек, как обычно в счете. Книжка на магнитной кнопочке, декорирована деревянной пуговкой. Здесь у девочки можно дать задание малышу показать глазки, носик, ротик. Здесь есть бабочка, цветочки, божья коровка, сандалики у девочки вот такие вот красивые, цветочек. На корешке, как всегда, есть декоративные фигурные пуговки, тоже можно их назвать, рассказать, какого они цвета. Здесь на карабинчике, на люверсах, на люверсе точнее, крепится вот такая вот цепочка. Я ее делала раньше. Здесь мы будем считать до 10. То есть цифра 1 это у нас один бубенчик. Дальше 2 полосатых бусинки. Здесь 3 лошадки вот такие вот. 4 квадратных бусинки, дальше 5 другой формы, 6, 7, 8, 9, здесь счет циферками выложен от 1 до 9, и 10 деревянных круглых бусин. Тоже хорошо для моторики, для счета, поперебирать эту цепочку. Так, первая страничка у нас с изменениями. Здесь добавлены вот эти вот 2 отворота. Здесь мы будем изучать геометрические фигуры. Здесь нужно найти пару фигур. Вот есть у нас шестиугольник. Нужно найти в пуговке шестиугольник. Тут подсказочка даже будет, резиночка. И одеть на пуговку вот эту резиночку. Здесь есть квадрат. Ищем в пуговке квадрат. Вот он розовый. Треугольник и круг. И так далее. Здесь из пуговок выложена пальчиковая дорожка. Можно походить. Девочка еще маленькая. А книжечка сделана на вырост, поэтому это все пригодится. Дальше открываем отвороты. Здесь внизу добавлен лабиринт. Вот такой вот лабиринтик. Здесь нужно показать зайке дорожку до морковки. Будем перебирать бусинки. Вот здесь есть большая бусина. Ее нужно как раз прогнать по дорожке от зайчика к морковке. Здесь есть звездочки цветные добавлены. И вот такие вот блестящие, почти бриллианты. Это вот такой вот наполнитель блестящий. Так, сейчас хотела бы отдельно показать. Далеко убрала. Вот такие вот блестящие камушки. Я думаю, что любой девочке интересно их поперебирать. На другой стороне отворота настрочена тесьма репсовая с обезьянками. Девочка родилась в год обезьянки, поэтому в книжке будут присутствовать обезьянки здесь и еще на задней обложке. Циферка 1, она на липучке. Циферки будем собирать, они нам пригодятся. Кармашек на молнии. И здесь искалочка. Ну, уже всем известно, что с ней делать. Здесь среди наполнителя нужно найти бусинки, которые продублированы вот здесь на планшете. То есть даем задание найти звездочку и смотрим, где у нас здесь звездочка.
Вот она тут на переднем плане. Некоторые бусинки прячутся далеко, высоко. Можно путем перебирания, передвигания найти нужную нам пуговку. Божья коровка. Вот она спряталась. Божья коровка за наполнителем. Ну и так далее. Здесь достаточно много бусинок. Здесь два ряда на резиночках. Тоже можно подергать, подвигать. Остальные пуговки пришиты. Бусинок очень много в искалочке. Сама по себе она такая достаточно весомая и тяжелая получилась за счет этого. Так, закрываем отворот. Вторая страничка, это уже известная страничка, цифра 2, подсолнухи. Здесь изучаем понятие большой-маленький, считаем до двух. У нас есть две бабочки, большая и маленькая. Это бабочка на липучке. Два листочка, большой и маленький. Два гриба, большой и маленький. А белые кружочки с грибочка снимаются. Можно посадить сюда бабочку, например. Здесь липучка на маленьком тоже есть. Можно прикрепить сюда листок. Опять же, даем там в графоформе задание. Допустим, большой листочек прикрепить на маленький грибочек. И вот так вот его прикрепляем. Маленький на большой грибочек. Бабочку можно поставить на место. Здесь травка, резиночки. Все можно подергать, подвигать. Так, возвращаем все на место. Цифра 2. Убираем ее. Бабочка на веревочке. Здесь мы еще изучаем понятие вверх-вниз. Самое главное. В домике у нас живет в грибочке мышка. Здесь открывается дверка. Вот она, вот такая вот мышка. Здесь окошко силиконовое, почти как настоящее. Грибочек закрывается на пуговку в виде Божьей коровки. Закрываем грибочек. Следующий отворот. Это цифры 3 и 4. Цифра 3, как всегда, это подсолнухи. Здесь у нас 3 подсолнуха, 3 лучика солнца и 3 здания или корпуса у мельницы. И еще здесь нужно нам найти 3 божьих коровки. Одну мы видим сразу. За заборчиком у нас спряталась вторая божья коровка. Под подсолнухом большим у нас есть третья божья коровка. Это пуговки. Сам подсолнух видно, он на магнитной кнопке. Листочек один тоже снимается, он на пластиковой кнопке. Лопасть у мельницы тоже снимается. Если поставить ее обратно, то она будет вращаться. Подсолнухи маленькие отстегиваются. У них листочки на резиночках. Все это можно спрятать в кармашек. Второй подсолнух тоже снимается. Тоже можно все убрать в кармашек. За заборчиком трава, листочки, цветочки. Тоже можно все подергать. Застегиваем забор обратно. Цифру 3 снимем. Цифра 4. Это сезон. 4 сезона. 4 дерева. Зима, весна, лето, осень. Зимы нам нужно поставить снежинки. На место их 4 штучки. Облачко на липучке. Цифра 4 здесь же. У весны цветочки на прорезной петле и пуговках на ножке. Учимся застегивать. Также здесь весной появляется трава с цветочками. Летом уже созревают яблоки. Они на резиночках. И пуговки. Здесь речка. Разный наполнитель, нужно найти рыбки, ракушки. Здесь есть и золотые монетки, и пайетки, бусинки. Все шебуршит, звенит и передвигается. Солнышко в данном случае сделано на завязочке. То есть нам нужно будет попасть ленточкой в отверстие в солнышке. И здесь будем учиться завязывать узелки и бантики. Девочкам особо надо завязывать бантики.
уметь. Вот так крепится солнышко. Осень. Здесь листочки на пришивных кнопочках. И дождевая тучка на липучке. Здесь можно дождик спрятать в саму тучку. Не хочет выходить. Летом цветочки здесь тоже вырастают. Вот уже знакомый разворот. Закрываем он у нас на карабинчике, на маленьком. Следующее это 5 и 6. 5 это пингвины, семейство веселое. Один пингвин у нас рыбак, ловит рыбу, тянем за веревочку. И рыбка у нас ловится. Лунка закрывается на пуговку с петелькой. Еще один пингвин у нас катается на льдине. Маленький пингвиненок любит нырять. Кармашек на молнии. Вот у нас туда ныряет. Ну и большой тоже туда может занырнуть. Закрываем. А еще один пингвин у нас катается на санях на перетяжке. Пятый пингвиненок спрятался за айсбергом. Также здесь на небе 5 звездочек. Нужно их посчитать, назвать цвета можно. И еще в лабиринте 5 бусинок. Нам нужно перегнать бусинки из одной стороны айсберга в другую сторону. Вот такое вот семейство. Циферка 5. Цифра 6. Это морская страничка. К этой страничке есть вот такая вот магнитная удочка. Здесь у нас 6 рыбок. Каждая рыбка в своей геометрической форме. Рыбка треугольник, круг, овал, квадрат или ромб, прямоугольник и пятиугольник. Все они с металлической скобочкой вот здесь вот в носике. Все их можно ловить на удочку. Так вот они приклеиваются к магнитику. Кроме этого, здесь 6 капелек. Они на резиночке и крючочках маленьких. Кораблик у нас на перетяжке, он плавает по морям. На перетяжке здесь якорь. Дно немножечко расшито морскими ракушками, звездочками. Здесь это все на страничке кармашки. То есть сюда убираются все наши рыбки. Какую-то рыбку можно в кораблик посадить. Цифра 6. Цифра 7 и 8. 7 это радуга. Вот такое вот у нас большое солнце с зеркалом. Здесь шнуровочка. Этот шнурик мы будем ставить вот в эти вот отверстия. Солнышко само на магните. Одна часть вшита на обратную сторону солнышка, другая часть на страничке. Магнитик крепкий, держится солнышко хорошо. Зеркальце безопасное, но не стеклянное. Также здесь 7 фишечек, которые нам нужно подбирать по цвету дорожек. Все их можно разместить вот здесь внизу на страничке. Здесь травка из ткани велкро. И дать задание малышу поставить все фишки на свои цветочки, бабочки на свои места. Цифра 7 на липучке. И тучка. Тучка на липе с пищалкой внутри. Сделана из флиса. Легко ощупывается, прощупывается пищалка. Цифра 8 это гриб, ежик. Ежик это как самостоятельная игрушка, он на карабинчике. Его можно снять. Здесь много заданий. Здесь есть листочек на
липучки. Здесь есть листочек, который также привязывается ленточкой. Здесь есть листочек на магните, примагничивается. Есть листочек на кнопочке пришивной. Есть листочки, которые прикрепляются шнуром, пришнуровываются. Также есть в комплекте прищепочки, две штучки. Можно прикреплять листочки к ежику прищепкой. Ну, а можно просто вкладывать вот сюда в карман. Здесь есть кармашек у ежика. Такая мордочка. Вот так вот он с обратной стороны. Пуговка вот это усиливает крепление ленты к ежику, чтобы не вырвать ее с корнем, с мясом. Здесь всего 8 листочков. Здесь 4 желтых и 4 зеленых. На страничке также 4 зеленых пуговки, 4 желтых. И нам нужно повесить все листочки обратно. Желтые на желтые пуговки. И зеленые листочки на зеленые пуговки. И так далее. Здесь у листочков резиночки. Крепится легко. Так, следующая страничка. Это цифры 9 и 10. Цифра 9. Девятая страничка. Это новая страничка. Называется она геометрические ассоциации. Здесь нужно подобрать фигурки под форму геометрических фигур на странице. Здесь есть звезда, есть шестиугольник, это сота, здесь маленькая-маленькая пчелка. Прямоугольник, это письмо или конверт. Ромбик у нас, это рыбка. Все детальки на магнитных кнопочках маленьких. Овал, это шарик воздушный. Квадрат, такой вот новогодний, наверное, ближе подарок. Сердечко, листочек вот такой зеленый. Треугольник – это елочка, и круг – это солнышко. Можно все фигурки перемешать и дать задание малышу найти места этим фигуркам. Их здесь 9. 9 предметов и цифра 9. Последняя страничка, 10-я, это улей. Здесь в улье живет маленькая пчелка. Пчелка летает у нас по цветочкам. Здесь шнуровку мы изучаем. Продеваем пчелку в петельки из тесьмы. Также она у нас летает между сотами. Итак, мы шнуруем, шнуруем и шнуруем. Потом пчелка у нас может спрятаться обратно в домик. Здесь у нас 10 ячеек сот. И 10 цветочков, 3 больших, и остальные цветочки разбросаны по страничке. Их нужно найти. Вот вижу 4, 5, 6, 7 и где-то спрятаны все остальные цветочки. Итак, до 10 нам их нужно найти. Цифра 10 снимаем, она на липучке. И последняя обложка, это часики. Здесь как раз нам нужно составить циферблат из циферок, которые мы сняли. Будем изучать время. Здесь есть маленькая подсказочка. 6, 12, 9 и 3. Они обозначены розовой липучкой. И у нас розовые кружочки. Все остальные детальки у нас на желтых липучках. Цифра 2. Осталось 7. Где-то мы, наверное, со странички не сняли цифру 8. Вот она, восьмая цифра. Часики. Здесь двигается стрелочка. Часовая и минутная. Стрелочки снимаются. И вот здесь вот такая вот озорная обезьянка, опять же. Тоже можно показать глазки, ушки, ротик. Здесь у нее бантик. Пуговка сделана на вощеном шнуре. Закреплена с обратной стороны страницы через пуговицу. То есть здесь ее уже
не оторвать при всем желании. Возвращаем обратно. Сейчас книжка заметно похудела. Я с нее вытащила много деталей. Ну, вот такая вот книжечка получилась. Надеюсь, что Кристине книжка понравится и будет полезна. Всем спасибо и пока!